Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз из Поднебесной пришел чехол или оплетка на рулевое колесо автомобиля. В данном случае представлен вот данный пакет. Совсем недавно на моем канале была распаковка чехлов на кресло автомобиля универсальные. Всем желающим можно посмотреть. В правом верхнем углу можно найти в случае его подсказки. Пришло, как обычно, в сером пакете. Достаточно быстро, в течение 2 недель. И представляет из себя вот данный вид пакета. Внутри этого пакета у нас расположен сама оплетка. А что из себя представляет данный пакетик, представлено здесь. Да, еще хочу сказать, что здесь варианты выбора достаточно разнообразны, как по самой раскраске, то есть можно взять непосредственно черный цвет с различной прострочкой, там красный, черный, есть бежевый цвет, ну и другие варианты цветов, ссылка будет в описании для всех нуждающихся. В данном варианте сейчас мы раскроем данную упаковку. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Здесь специально даже есть, чтобы оторвать, но мы воспользуемся ножницами и аккуратно разрежем. А то некоторым зрителям не очень нравится, когда просто рвешь какую-то упаковку. Внутри самой упаковки у нас, во-первых, находится для того, чтобы сшить непосредственно на руле данный чехол, это иголка с ниткой. Внутри также находится непосредственно сам чехол. Причем сам чехол, есть варианты простые, он тут даже показан, как нужно осуществлять необходимые действия при кройке и шитье. Здесь показано внутри этой упаковки. Да, диаметр колеса, вернее, вот этого кольца тоже разнообразный. Есть 38, 40 есть, ну и так далее. Потом посмотрите варианты и увидите. Выполнено из натуральной кожи. Есть некоторый запах, но именно запах кожаного изделия, а не обычный. Едкий фенолевый запах. Здесь есть дырки для того, чтобы дышало. Достаточно хорошо все выполнено. Прострочка. Вот такой вот вариант оплетки или чехла непосредственно на рулевое колесо, на руль для автомобиля. Сейчас непосредственно займемся кройкой и шитьей, а именно будем устанавливать непосредственно на руль данный вид оплетки чехла и осуществлять шивку данного чехла непосредственно по месту. Переходим к автомобилю. We'll be right back.
Как видим, все прекрасно сидит непосредственно на рулевом колесе или на руле. Данный чехол кожаный. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующих видео и до свидания.